Привет всем. Соорудил наконец-то рейсмус. Вот прилепил 18-й швеллер, шлифанул, насколько мог, выровнял. Потому что они идут неправильные после проката шлифмашинками. Платформ более-менее. Так, швеллер 18-й, длина 550. Значит, рычаги длиной по 230, отверстия у них выставляются в трех положениях. То есть стол короткий, рычаг длинный, поэтому и три положения. То есть здесь от 20 миллиметров, то есть до 20, если поставить. Здесь сейчас до 45, верхний до 75. Ну, в среднем положении поставил. Ну, можно вот так. Можно вот так. Вот. Это шпильки. Тут 12-й, тут 10-й. Ну, вот так вот он выглядит. Здесь, значит, ручка самодельная. И через втулочки, чтобы они зажимали, дистанционные. Здесь сзади сделал из 8-й трубы, 80-й вернее. Как бы показать. Ага. В общем, швеллерок сделал и под ручку на 4 болтика вкрутил. Вот так вот он прекрасно вписался. Руке не мешает, когда снимаешь. Вот так вот тоже все болтается. Ну и значит, как регулируем. Ставлю. Можно воспользоваться шаблончиками. Можно вот так вот, я пока придрюкался. Вот, например, надо снять 2 миллиметра, грубо говоря. Назад откинуть, чтобы тут прижимать. Ставлю сначала на стол, на задний. И передним, видно, нет, ага. Ну, в общем, переднюю подошву поднимаю над доской, которую будем строгать, на миллиметр, на 2 или на 3, насколько мне там надо снять. Вот, допустим, опустил. Подошва, она, конечно, болтается. Ну, грубо говоря, вот так вот, наверное, миллиметр будет. Вот так. Теперь. Муторно, конечно, все это дело. Ну, что делать? Теперь я вынимаю и оставляю только под передней подошвой. Вот эту строгаемую доску. Стало быть, тут у нас опустилось на миллиметр. И затягиваю все 4 шпильки. Муторно, конечно, все это делать надо, чтобы нигде ни сверло не сползло. Но где-то у меня все-таки сползло, поэтому, грубо говоря, десятки 2-3 на сторону он косячит. Ну, это легко исправимо. Сначала проходим одной стороной, потом другой. И брусок становится ровным. Все, затянули. Затянули. Теперь у нас этот же стол притянулся. Вот так вот методом просачивания мы его поднимаем, чтобы он не мешался. Все, запущаем и пробуем.
Ну, в общем-то, конечно, сражать такие тоненькие через такой рейсмус, это весьма напряжно. Прижимов нет. Можно вперед какой-нибудь ролик сделать сюда прижимной. Но все равно дощечка прыгает. Но, в принципе, достаточно гладенько. Вот тут вот при конце начала прыгать. Но я еще не придрюкался. И, значит, получилось у нас, что... Сейчас я, хоть я и в очках, но все равно с лупой. Значит, одна сторона ровно 18, другая сторона 18,3. Ну вот, на 0,3 где-то завал. Ну, потому что, говорю, невозможно дрелью очень четко просверлить отверстие только на станке. Ну, другой стороной переворачиваем, прогоняем, и все, она выравнивается. Ну, вот как-то так. Вот такой вот удивительный аппарат. Все, сейчас еще сниму. Кстати, ну, вот так он выглядит. Очень могучий, очень мне нравится. Классная штука. Ну все, кому что интересно, спрашивайте. Всем отвечу. Ну все, всем удачи, всем пока.